Я хочу дать сегодня два текста и кое-что пояснить нам, особенно, наверное, тем, кто, возможно, это забыл. Так бывает в жизни. Человеческая память, она имеет свойство забывать, притупляться. Поэтому нам необходимо эти собрания, поэтому нам необходимо обновляться в Духе Святым, Святом, в молитвах. Нам необходимо читать Слово Божье. Аминь, друзья. Пусть Бог благословит. Первый текст я хочу показать. Книга Исход, 31 глава. И мы прочитаем с вами с 12 по 17 стих. Господь давал заповедь народу израильскому еще в Ветхом Завете. И эта заповедь, о которой мы сейчас будем говорить, она входит в 10 заповедей, которые дал Бог. Итак, давайте мы будем читать, а вы следите. «И сказал Господь Моисею, скажи сынам...» Да, в данном случае здесь написано «субботы», но мы даем, дам я пояснение потом, что для нас это является. То есть он дает заповедь, что мы должны соблюдать что-то, и это будет знамение, чтобы мы знали, что Бог нас освящает. Это тоже важно понять. Но мы ходим пред Господом, и Бог каждый день освящает нас. То есть он не просто нас, ну, как... в лодку посадил и плыви сам. Он освещает, он дает нам нашу жизнь просветление, просвещает нас, наш ум, разум, наше сердце. Пусть Господь благословит. И вот он говорит, скажи об этом сынам Израиля. Моисей говорит, скажи. И дальше, 14 стих. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. То есть, представляете, если человек осквернял этот день, его предавали смерти. Вот в Ветхом Завете. Слава Богу, что мы не в Ветхом Завете, да? Слава Богу. Итак, кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу, всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. И 17 стих. Это знамение между мною и сынами Израилевы навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. Вот посмотрите еще раз на 15 стих. 6 дней пусть делают дела свои, а в 7-й день суббота покоя. Вот здесь нужно понять немножко еврейский менталитет, израильский менталитет и наш. Вот у нас первый день недели какой? Понедельник. У евреев нет. В Израиле первый день недели является воскресеньем. А книга «Деяния апостолов» тоже об этом говорит. Он говорит, что собрались в воскресный первый день недели. И сейчас, если вы приедете в Израиль, в субботу у них ничего не работает. Воскресенье, как обычный день. Суббота для них сегодня, до сегодня является покоем. То есть, но мы видим с вами отпечаток, но мы видим некую такую параллель, что Бог хочет нам указать. 6 дней работай, а 7-й день, он принадлежит Господу. И мы, как христиане, мы собираемся, вот, живя в той культуре, в которой, ну, мы живем, мы понимаем, что воскресенье для нас всех является 7-м днем. И для верующих, особенно для христиан, не просто выходной. Воскресенье, оно само слово за себя говорит. Мы чтим и мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Мы говорим о том, что Христос живой. Он живой, не мертвый, но он живой. Он воскресший. Поэтому вот такая заповедь, которую Бог дал, что мы должны 6 дней работать, но один день мы должны посвящать Господу. И, конечно, Бог говорил это нам, Он давал эту заповедь нам во благо, чтобы мы могли отдохнуть и в этот день особенно посвятить его Богу, особенно чтить этот день, или не то, что чтить, а как делать его не таким днем, как обычные наши дни. И вот я сейчас хочу прочитать один текст, через который в четверг Бог меня сильно так коснулся. Это книга пророка Исаии, 58 глава, 13
и 14 стих. Смотрите. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, то есть, а мы говорим с вами в контексте ради седьмого дня, у евреев суббота, у нас воскресенье. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих в святой день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, Господь говорит, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам тебе вкусить наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Послушайте, эта заповедь, она с обетованием. Она говорит, если ты будешь это делать, ты будешь иметь радость в Господе. Я возведу тебя на высоты земли, то есть в земной жизни ты будешь иметь успех. И он говорит, и дам вкусить тебе наследие Иакова. Я благословлю тебя, твою жизнь. Очень удивительно. Вы знаете, для меня воскресенье последнее время был как какой-то такой, ну, был как, каким-то таким тяжелым, как ноша какая-то. Потому что мне нужно было готовить проповедь, прийти и беседовать с людьми, и одно служение, и потом перерыв, второе служение. И я как шел на воскресенье, я шел как на этот, на эшафот. Я шел прямо так, Господи, дай мне сил. А Бог мне сказал, слушай, ты неправильно относишься к этому дню. Если ты хочешь иметь радость, если ты хочешь иметь благословение, если ты хочешь, чтобы я, ну, давал тебе успех в жизни, духовно, материально, физически, ты должен к этому дню относиться особенно, не так, как ко всем дням. И вы знаете, так сильно Бог меня обличил, сказал, Господь, прости меня, действительно, этот воскресный день, что-то произошло в моей жизни, что-то как-то я не так стал относиться, и что-то я чувствовал, что что-то я теряю. Посмотрите, он говорит, если ты удержишь ногу твою ради этого дня, удержишь ногу. Знаете, воскресенье, наша нога сразу куда-то, она как бы выходной, да, и наша нога сразу куда-то дергается. Куда? Ну, у каждого свое, да. А он говорит, а если ты свою ногу удержишь, и вы ради этого дня, и он дальше говорит, смотрите, он говорит, удержишь ногу твою от исполнения прихоти твоих. То есть вот у нас есть уже в жизни есть прихоти. То есть что такое прихоть? Это такое капризное желание или надуманная потребность. Ну, то есть это не потребность, но нам хочется как-то вот развеяться, нам хочется как-то отдохнуть, провести как-то приятное время, сходить там в парк или погулять, сходить в кафе, то есть нам куда-то на пикник хочется. И вы знаете, мы приходим в собрание и ждем, когда оно закончится, чтобы пойти и свою прихоть восполнить. Я не знаю, вы переживали такое когда-нибудь? То есть я прихожу в собрание, а собрание не является для меня отрадой. Этот день вообще не является для меня отрадой. Для меня отрада – это вот моя... И я как бы жду того момента, когда в этот выходной я восполню свою прихоть. А Бог говорит, нет, послушай, многие люди не имеют радости в Господе. Они бегают за прихотями, они думают, я про верующих людей говорю,
Они ищут радости в прихоти. Но ведь есть другая радость. Радость в Господе. И это не сравнится с той радостью, которая, ну, есть в прихоти. Нет, не сравнится. Если ты удержишь ногу твою от исполнения прихоти твоих в святой день мой, он называет этот день святым днем, особенным днем, отделенным. Святой значит отделенный. Отделенный не такой день, как обычный день. Он говорит дальше, если ты будешь называть этот день, как? Отрадою. А как вы этот день называете, воскресенье? Святой день. Отрада. Это день успокоения, день радости, день такого счастливого момента, скоро воскресенье, я иду в Дом Божий. Давид писал и говорил, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Знаете, жены зовут своих мужей, пойдем в Дом Божий. А для мужа это не как радость, а как тяжесть. Жены или мужья зовут своих жен, пошли, сегодня воскресенье, и нет радости. У детей почему-то нет радости. Мы должны это понять, как заповедь Божию, принять ее, если мы хотим иметь благословение. Посмотрите, если ты будешь чествовать этот день, в 13 стихе так сказано, чествовать, и почитать ее, то есть, а чем почитать? Что ты не будешь в этот день заниматься обычными твоими делами. Вот как я соблюдаю эту заповедь? В этот день я не занимаюсь обычными делами. Какие обычные дела у нас? Сестры, у вас обычные дела какие? Уборка, что еще там? Готовка, что еще? Погладить, постирать там. Для братьев некоторые обычные дела. На диване поваляться. Обычное дело. Обычные дела наши. С машиной там повозиться. Обычное дело. Нравится там ее там полировать. Еще что-то. Обычные дела. И он говорит, если ты в этот день не будешь заниматься обычными своими делами. Вы знаете, для евреев запрещалось. Вот если мы бы сейчас жили по Ветхому Завету, даже им огонь запрещалось разводить. Готовить в этот день еду. Он говорит, с пятницы готовь. С пятницы, если на субботу они чествовали, с пятницы. Приготовляй все, делай с пятницы. Это день особенный. Вот, братья мои, сестры, друзья, этот день должен быть особенный для нашей семьи, для наших детей. Мы должны приходить или чествовать его, особенную, необычную одежду одевать, необычно, делать необычные дела, такие, которые мы не делаем. И Бог говорит, вот если ты будешь делать это и не будешь угождать своей прихоти и пустословить, вот я хочу немножко сделать акцент прихоть. Знаете, как она выглядит? Вот беременная женщина, у нее бывают иногда какие-то странные вещи. Например, она говорит мужу своему, сильно хочу вот соленый огурец и сгущенку. Намазать на соленый огурец и сгущенку. Он бежит, покупает. И она говорит, нет, уже не хочу. Хочу арбуз сладкий с майонезом. Ну, вот такие какие-то вещи, я не знаю, переживали ли вы что-то подобное. Вот. И мужья бедные, они понять не могут, что вообще происходит с моей женой. Ну, такая как прихоть. И вот вы знаете, наша жизнь, это нужно признать, мы все равно так или иначе мы стали жить лучше. Мы кушать стали лучше, мы одеваться стали лучше, это правда. Мы не бежим в наш секонд-хенд, мы туда приносим уже. Мы стали жить лучше. И вы знаете, ловишь себя на мысли, что ты уже в еде становишься прихотливым. То есть уже баночка красной икры 300 рублей она стоит. Ты ее купил, намазал на хлеб, проглотил. Или она у тебя стоит, ты уже думаешь... Ну, как бы, красная рыба там, что мы ее иногда уже часто покупаем. Уже надо осетр, царская такая, как цари. И я привел просто пример, чтобы вы поняли, что мы
мы становимся такими, мы неудовлетворенные тем, что Бог нам дал. Мы начинаем искать уже каких-то прихотей. То есть, какую-то надуманную потребность, как будто мы в этом нуждаемся. В этом нет ничего плохого. Но в этот день мы должны удерживать ногу от прихоти. И дальше здесь Господь говорит, и пустословить. Вот посмотрите, о чем мы в воскресенье говорим. Вот очень часто, иногда даже братья зайдут в служительскую перед служением, и приходится останавливать. Потому что говорят, простите за выражение, про какую-то ерунду в этот день. А Бог говорит, если ты не будешь пустословить в этот день, если ты будешь говорить правильные вещи, думать о Боге, говорить о Боге, размышлять о Боге, то будешь иметь радость в Господе. Я возведу тебя, говорит Господь, на высоты земли и дам тебе вкусить наследие Иакова. Господь говорит, это я так сказал. И я вновь и вновь побуждаю вас. Пусть для вас этот день, для ваших семей, для ваших детей, он будет особенным. Примите это и учите этому своих детей. Мы очень часто лишаем себя благословения именно по этой причине. Но если мы примем это в сердце, как Слово Божие, если мы к этому дню будем относиться особенно, не так, как обычно, я верю, что Бог благословит нас. Я верю. Аминь. Давайте мы встанем на наши ноги. У нас время для пожертвований.